Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается. В поликлиниках городского округа Люберцы работают прививочные кабинеты. Защититься от коронавирусной инфекции можно также в стационарных пунктах вакцинации. Один из них расположен в клубе «Активное долголетие». Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в клубе «Активное долголетие» 4 февраля. С тех пор каждый четверг здесь прививочный день. Основная масса желающих защититься от болезни в этом пункте – люди старше 65 лет. Для них это важно, потому что они хотят полноценно участвовать в жизни, посещать различные мероприятия, в том числе наш клуб, который открылся. Здесь же проходит для них очень много активностей. И пока вот вакцина – это единственный выход из положения, чтобы полностью принимать участие в общественной жизни городского округа Люберцы. За два месяца более 250 человек прошли здесь первый этап вакцинации. Около 200 жителей полностью завершили иммунизацию. Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Лосев сегодня пришел за второй дозой препарата. Только так, по его мнению, возможно победить вирус. Предохраняет от болезни, продляет жизнь человеку. Ну, а поскольку такая обстановка, значит, надо делать. И я считаю и молодых, и пожилых, мне самому 94. Вот. Но жить-то хочется. Такого же мнения придерживается председатель Совета ветеранов городского округа Люберцы. Юрий Орехов пришел на прививку с супругой. Совет сделать защитный укол дал сын, который уже прошел весь путь вакцинации. Сын сделал, потом сказал родители, идите и делайте, все будет нормально. Вы нам нужны еще. Это надо делать для того, чтобы и себе продлить жизнь, и окружающих не заражать. Откладывать укол на потом Ореховы не стали. После осмотра врач дал добро на прививку. Второй этап через 21 день. Вакцина безопасна. Наоборот, она нужна для лиц старше 65 с хроническими заболеваниями, такие как ишемическая болезнь сердца, если какие-то были оперативные лечения на сосудах, инфаркты. Все хронические заболевания в стадии обострения, это является противопоказаниями, значит, мы проводим медотвод до стабилизации состояния. Прививочными пунктами в шаговой доступности обеспечены жители всего городского округа. Защититься от коронавируса можно во всех поликлинических отделениях. Запись производится по номеру 122 через портал госуслуги в МФЦ или непосредственно в поликлинике. Пройти вакцинацию также можно и в 9 стационарных пунктах без предварительной записи. Требуется один из документов – паспорт, СНИЛС или ОМС. Адреса стационарных прививочных пунктов можно найти на официальных сайтах администрации городского округа Люберцы и Люберец областной больницы. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.